На Первом канале начинаются подмосковные вечера. Короли интеллектуальных вечеринок Роман Юнусов и Алексей Лихницкий вновь собирают компанию звездных друзей, чтобы сыграть в игры, выпить коктейли и подарить возможность выиграть 500 тысяч рублей. Сегодня приглашение приняли Денис Клявер, Ольга Бузова, Дмитрий Кожома, Алиса Гребенщикова, Яна Егорян, Дмитрий Хрусталев. И все они уже готовы играть в подмосковные вечера. Прошу вас, Алексей. Свет, живая музыка, классное настроение, самовар, пряники, камин, теплый плед. Все это подмосковные вечера. Добрый вечер. Всем привет. Сегодня почти все знаменитые люди нашей страны, а именно все 8 человек, собрались здесь, чтобы провести время с Огоньком и попытаться заработать наш главный приз – 500 тысяч рублей. Зарабатывать такие большие деньги гораздо приятнее под хорошую музыку, которую у нас здесь создают джукбокс-трио. Сегодня мы протянули самую длинную красную ковровую дорожку из Москвы для того, чтобы затащить наших гостей сюда. Давайте знакомиться с нашими гостями. Эта девушка будет жить вечно, потому что шоу, которое она ведет, тоже будет длиться вечно. Это правда, надо представлять себя, да? Телеведущая, певица, актриса. Но для меня она, если честно, писатель. О. Ольга Бузова. Добрый вечер. Дизайнер. Ее владению саблей позавидует любой казак. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян. Аплодируем стоя. Ну, мы с вами, Алексей. Да. Когда он видит Александра Васильевича Маслякова, в него вселяется бес, и он начинает говорить другим голосом. Дмитрий Кожома! В течение игры мы проверим это. Спасибо за мою прекрасную команду. У меня просто бомба команда. Пожалуйста. Это я все про Яну. Мы еще не прощаемся, Дмитрий, присаживайтесь. Не говорите гоп. И капитан команды, менеджер по продажам в оконно-строительной компании Игорь Григорьев из Санкт-Петербурга. Мистер Сквозняк. Игорь, скажите, вы как менеджер уже раздали свои визитки? Да, конечно, уже все. Мы уже познакомились, все, уже контакты наладили, да. А я сижу и думаю, из какой футбольной команды и вообще из какого шоу, что за певец, а оказывается, он менеджер. Вам везде менеджер. Игорь, скажите, может быть, кого-то нужно остеклить из вашей команды? Вы уже выяснили? Мы в процессе разберемся. Ну что ж, мы желаем удачи вашей команде, тем более в вашем составе есть человек, который не умеет просто проигрывать. Поэтому, ребята, плавненько переходим к этому дивану. Ну, не плавненько, как-то вы... Жестко. Да ладно. Вы самый горячий запахом... игрок этой команды. Да. Самую большую температуру создаете в этом помещении. Самый частый гость в наших играх. Красную уже от температуры. Ну, на самом деле, он просто снимает чердак на нашей даче. Телеведущий, шоумен Дмитрий Хрусталев. Если бы писатель Льюис Кэрролл увидел ее у нас в программе, он бы назвал свою книгу «Алиса Гребенщикова в стране чудес». Замечательная актриса Алиса Гребенщикова. Певец, который сейчас предпочитает пить чай в одиночку. Денис Кляев. Спасибо. Добрый вечер, Денис. И капитан команды, помощник руководителя в строительной компании Юлия Кашкарева. Здравствуйте. Добрый вечер, Юлечка. У нас сегодня какой-то день строителей. Вы случайно с Игорем не в одной компании Нет, работаете? Нет, я его даже не видела никогда. Да а что строит ваша компания? Вообще, что строит ваша компания, Юлечка? Инженерные системы проводит в зданиях. Раз уж у нас так много строителей, такой вопрос. Если бы мы сейчас строили дом, кто бы из участников был несущими стенами, кто крышей? Кто балкой, кто подвалом. Мужчины. Ну, крыша, это я покрышевал бы нормально. Были бы несущими стенами, а девушки были бы... Красота. Обоями? Дизайном. Дизайном. Потому что сегодня невероятные девушки, мне кажется, невероятной красоты. Поэтому... Спасибо. Мы желаем, чтобы ваш командный дом был крепок и надежен. Спасибо. Удачи вам и вашей команде. Готовы играть? Да. Давайте начинать. Наша первая игра называется «Катаматограф». Или как я называю эту игру? Синий мяу. Катаматограф или синий мяу. Мяу.
В этом конкурсе принимает участие по одному человеку от каждой команды. Дуэль. Вы выходите к нам сюда, видите на изображение на экране стоп-кадр из фильма, где героям заменены их лица кошачьими мордами. Ваша задача — правильно назвать фильм. Как только звучит правильный ответ, участники меняются. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Для примера мы взяли вот такой стоп-кадр. Внимание на экран. Да, мы сейчас все покажем. Итак, вот мы видим изображение. Это приключения Шурика. Да! Неверно. Это операция «Ы» и другие приключения Шурика. Это правильно. Это правильно. Ну, если все понятно, капитана, прошу кнопкам выходить. Давай, Юлька, давай. Юлечка. Игорь! Да, поддерживаем своих капитанов. Игорь! Игорь! Юля! 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 Игорь, за это мы балл не зачитаем. Внимание на экран. Первое задание, первый фильм. Всем гусары молчать. Да, Игорь? 5 секунд у вас. Это какой-то новогодний фильм. У вас 5 секунд. Быстрее. Команды не подсказывают. Тихо. Время нет вышло. Ответа. Морозко? Давайте посмотрим. Это правильный ответ! Пожалуйста, Дмитрий, Ольга. Подождите, подождите. Только не торопите. Меня нельзя торопить. И Оля, быстро, 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 быстро. Я извиняюсь, а было в истории, когда команда вообще не набрала ни одного очка? Нет, конечно. Это сегодня произойдет, смотрите. Оля, ты сейчас выиграешь. Помоги мне. Оля, вы готовы? Схренали. Подожди, ты помнишь, сколько всего между нами было? Мы даже еще не... Все, внимание, на экран следующий стоп-кадр. Внимание. Не нажимай. Давай! Тихо! Нет, это не он! Давай, 5 секунд. Сейчас каникулы строгого режима. Это правильный ответ! Я вот что, Алиса, Яна, прошу. Да, я Рада, думал, Оль, ничего. Я знал, Оль, все в порядке. Ребят, но у нас есть свой почерк. Да, и мы видим его. У нас есть свой стиль. Да, мы видим. Давайте. Loser style. Яна, Алиса, да, прошу, внимание на экран. Яна, нажимай. Да, Алиса. 3 топлива на плющихе. Давайте посмотрим. Это правильный ответ! Браво, представились. Да, да, да. Дмитрий, у вас сейчас есть все шансы исправить ваш стиль. Итак, Денис, Дмитрий, готовы? Штаны подтяни. Внимание на экран. Тихо. Следующий фильм. Нажимай. Да, Дмитрий. Давай, пожалуйста. Давай. 5 секунд. Берегись автомобиля. Это правильный ответ. Да нет. Понимаете? А вот и выяснилось, что никакого почерка нет. Ты вернулся. Я вернулся. Ребята, я домой. Спасибо. Приглашаем капитана. Тебя посадят. Вернитесь, Дмитрий. Я хотел бы на пике уехать. Внимание, следующий стоп-кадр. Ой. Да. Брат. Сестра. Это правда. Нормально, нормально. Сейчас мы. Ольга Хрусталёв, Ольга Бузова. Сейчас я облажаюсь, Оля, сейчас я облажаюсь. Внимание на экран. Нажимай. Ольга. Ольга. Мне нужно подумать. 5 секунд. Это русский фильм. Все верно? Да. Время вышло, Дмитрий. Ход переходит к вам. Чего вам? Да, да, да. Нам ответ. Но это подождите, белорусский. Белорусский, да. Все, что ты там мямлишь? Да все, я уже промям. Мы даем подсказку, подсказка. Внимание. Тихо, подсказка мне. Держи руку. Не тебе. Закрой уши. В этом кадре, герой поет песню «Земля в иллюминаторе». Земля в иллюминаторе. Мы отгадываем песню. Ой, песню говорю. Фильм, Ольга. Песня правильная. Нет ответа. Дмитрий. Надо уметь признавать свои ошибки, я не знаю. Ребят, присаживайтесь на диваны. Очко не разыграно. Это был фильм «Курьер». «Курьер», я же недавно смотрел. Алиса, Яна, мы ждем. Я же сказала «Курьер», но я просто вслух не сказала. Подождите, Бузова подумала об этом. Подключите. Мы видели. Это нужно засчитывать. Внимание на экран. Следующий фильм. Да, я. Давай, 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 давай. Думай. Это... 5 секунд. Да, он. Да. Точно. Нет, Алиса. «Вокзал для двоих». И это правильный ответ. Что за фильмы? Что за фильмы? Дмитрий. Ну и последняя дуэль в этом конкурсе. Я знаю, я все, у меня с реакцией плохо. Дим, давай, нажимай. Подожди, подожди. Что? Подожди. Соберите. Внимание, следующий стоп-кадр. Нажимай. Да, Денис. Гараж. Да! Это правильный ответ! Команда!
Дмитрий, присаживайтесь. Нечестно. Так говорят вы все, молодцы. Кто проиграл. Мы молодцы. Вы молодцы. И вы молодцы. И все молодцы. Я молодец. Я. Ну а насколько все молодцы, мы сейчас узнаем, подведем итоги этого раунда. Команда Игоря набрала 2 балла. Да! А команда Юлии 5 баллов. Это шоу «Подмосковные вечера», где команда менеджера Игоря Григорьева борется с командой очаровательного строителя Юлии Кашкаревой за наш главный приз 500 тысяч рублей. Наша следующая игра называется «Звезда на звезде». Или, как я ее называю, «Звезда по звездой». Звезда на звезде. А не пугайтесь, там спрятано не фортепиано. Да говорят, мне не пугайтесь. Там находятся кубы с изображениями наших звезд, отечественных, российских. Ваша задача — собрать башню из этих кубов. Важно, что каждый следующий куб будет связан с предыдущим. Команды играют по очереди, по одному человеку от каждой. Вы выходите сюда, мы даем вам подсказку, вы выбираете куб и ставите сюда. Если ваш вариант верный, вы услышите сигнал верного ответа. Да. Да. Если ответ неверный, башня разрушается, и вы начинаете собирать все заново в том же порядке. То есть надо запоминать, когда, как они выставлены. Совершенно верно. Это провал. Остальные участники команды, которые остаются на диване, могут давать подсказки. Игра продолжается до тех пор, пока не кончатся 2 минуты, или вы не соберете башню из 8 кубов. За каждый угаданный куб команда получает 1 балл. Начнем с команды Юлии. Да, Юля. Отлично, отлично. Мы сейчас на их примере посмотрим. Посмотрим, да. Сейчас мы откроем кубики. Опа! Итак, здесь Мария Шарапова, Сергей Штуров, Максим Галкин, Михаил Ефремов, Оксана Федорова, Дмитрий Дебров, Ирина Шейк, Виктория Лопырева, Оксана Акиньшина и Михаил Боярский. Логично, что, наверное, фундамент должны заложить сами строители, нет? Поэтому, Юлечка, прошу вас выходить к кубикам. И первая подсказка. Каска. С ее мощным голосом могла бы стать певицей, но выбрала именно спорт. Шарапова. Шарапова, Шарапова. Шарапова, конечно. Шарипова. Бегом. Человек, изображенный на кубе, родился в 1 год вместе с Марией Шараповой. Чё? Зачем ты валишь нас? Галкин, человек родился молодой. Вместе с Шараповой 1 год, изображенный на кубе. Вот самый молодой. Ставь, конечно. Да, мог. А, ставь. На место убери. А, девушка, чего? Может быть же еще. Чего? Чего? Шейк! Акиньшину бери! Шейк! Бери Акиньшину! Лопырева! Бери Акиньшину! Хорошо, это Митя! Хорошо, нет, она маленькая! Да, правильно! Бери Акиньшину! Алиса, прошу вас, следующая подсказка! Жил с Оксаной Акиньшиной в гражданском браке! Шнуров, 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 Шнуров! Я не знал! Денис! Да. Болеет за тот же футбольный клуб. Давай, Боярский. А, ну это легко, ну что? Тихо-тихо. Что такое? Что такое? Прекрасно делает на него пародии. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Да. Митя, отлично. Следующая подсказка. По очереди вели одну и ту же передачу. Да-да-да. Да-да-да. Отлично, следующая подсказка. Приехал покорять Москву из того же города. Как и Дебров. Этот человек... Виктория Лопырева, Лопырева, Лопырева! Я знаю ее. Ах ты. Давай, давай. И следующая подсказка имеет такой же титул. Имеет такой же титул. Оксана Федорова, Федорова. Федорова, да, точно. Времени хочешь? А, тихо. 27. 8 кубов собраны, правильно! А я-то что? Вы собрали всю башню. Ну, это такой вопрос. Ребята, прекрасная башня. Посмотрите на свое творение, на свою башню. Вы собрали всю башню. Новая высотка. Москва-Сити, новая высотка должна быть. Ребята, мы готовы. Вы видели, что надо делать. Нет, не надо нас запугивать. Что это было? Не, а что мы не запугиваем? А смотрите, смотрите, они типа максимум сейчас выполнили, правильно? Да. Да. Если мы выполняем такой же максимум... Вы набираете одинаковое количество очков. Итак, внимание, вот задание для вас. Внимание, смотрим на кубы. Геннадий Хазанов, Андрей Малахов, Артур Смыленинов, Кэти Топурия, Наталья Водянова, Александр Рева, Константин Эрнст, Алексей Кортнев, Ёлка и Ризо Гигинеишвили. Кто пойдет? Игорь, вы?
Ну, могу. Строители, хорошо, строители закладывают фундамент. Конечно. Первая подсказка. Так. В составе группы поет песни «Еще люблю», «Сердцем к сердцу», «Папа-мама». А нет, стой. Кортни. Правильно. Пошла. Тихо. Родился в том же городе, что и Кэти. А где она родилась? Ризо. Сайт Ризо. Точно. Точно. А правильно! Играл одну из главных ролей в его дебютном фильме. Артур Пирожков! Кто такой Артур? Артур Пирожков. Актер. Правильно! Следующая подсказка. Когда он поет, берет псевдоним и становится его тезкой. Когда он поет, берет псевдоним нашего предыдущего задания. Боже мой! Правильно. Давай. Игорь, председатель жюри телевизионного шоу, где Александр Рева начинал карьеру. Подожди, Константин Эрнст. Какой Эрнст? Тихо, стой! Правильно. Ольга, прошу. Давай! Константин Эрнст доверил ему 6 программ в неделю на своем канале. Так, я знаю! Малахов! Аккуратно, Оля, аккуратно. Быстрее, время идет. Медленнее, уходи, давай. Вместе с Малаховым вел конкурс Евровидения в России. Кто? Водянова. Аккуратно. Так, давай, молодец, бомба. Правильно. У него тоже 5 детей. У человека, изображенного на этом кубе, 5 детей. Это очень, пожалуйста. Кортнис, наверное. Кортнис. У кого 5 детей? Кто такой Кортнис? 20 секунд осталось. 20 секунд. Хазанов актер. А Кортнис рекламирует семейный магазин. Да? Да. Ольга, аккуратнее, может башня упасть. Ольга, аккуратнее. Тони, Оля. Да! Напряжение было колоссальным, могло и упасть. Перед тем, как мы подведем итоги, хотелось бы спросить у Алисы. Алиса, мы знаем, что что-то вас тоже роднит с Подмосковьем. Мы с вами практически коллеги, расскажите. Дело в том, что у Подмосковья есть своя радиостанция. Так. И я веду программу, которую, наверное, не ведет никто в мире. Для меня одной живые музыканты играют полноценный концерт. То есть приходит огромная группа, ну, например, 7-8 человек, приносят барабаны, гитарные установки, комбики, все приносят. Ленинград играют концерт. Был? Нет. Там 20 человек, они влезают. Пока не влезают, но были другие хорошие группы. И зритель у них только один, это я. Они все концерты играют только для меня. Так 24 часа. Какая-то эгоист. Ну, мне очень нравится. Да, слушай, Денис, приходи ко мне тоже. Приходи. Зови. Итак, подведем итоги. Команда Юли после 2 раундов набрала 13 баллов. А команда Игоря 10 баллов. Там, где очень много песка. Пустыня? Да! Папа Римский! На Первом канале продолжается чемпионат мира по диванным играм в шоу «Подмосковные вечера». Помощник руководителя строительной компании Юлия Кошкарева пытается вырвать 500 тысяч рублей из рук менеджера из Санкт-Петербурга Игоря Григорьева. Старшего менеджера. Старшего менеджера. Это очень важно. I'm sorry. Следующая игра называется «Спина к спине». Или как я ее называю, «Свяжи меня и покажи, на что способен». Спина к спине. Правила игры «Спина к спине». Играют сразу обе команды. Мы связываем участникам руки. Капитаны остаются возле диванов. Мы показываем участникам слова. Их задача с помощью жестов объяснить капитанам эти слова. В этом конкурсе 2 раунда. В первом раунде у игроков связаны руки перед собой, во втором раунде уже за спиной. Что это у вас за мысли? Mm-hmm. Если в течение 20 секунд капитан не угадывает слово, пары меняются. За каждый правильный ответ команда получает в этом конкурсе 2 балла. А вот теперь давайте играть. Команда, свяжите нас. Выходите к нам, самосвязывайтесь. Мить, забери вот, свои вот, очки. Вот самосвязки, воспользуйтесь. А сейчас мы связываем где руки? Перед собой. Внимание, капитаны. В первом раунде, где руки связаны перед собой, все слова будут на букву «Б».
Б. Поехали. Что надо делать? Бабочка! Беги быстрее! А борода! Бритва! Все, обратно, обратно! Да, господи! Барабан! Барабан! Брюки! Брюки! Молодец, да. Браслет! Бусы! Бусы! Бусы, правильно! Борода! Да, правильно! Баран! Баран! Да, 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 именно это слово. Баян! Да! Давай, давай! Бадминтон! Брусок! Ракетку! Говори! Баскетбол! Что? Баскетбол? Ну говори! Я не знаю, что это еще показывает. Время вышло, меняется пара. Это была бита. Бокс! Боже, я сейчас умру! Бусинка, бу! Бабочка, ба! Броненосец, ба! Что? Бра! Бобёр, я не понимаю, что ты показываешь! Что это? Буратино! Барабаба! Броненосец, баба! Что? Животное! Это был бивень! Прости! Блокнот! Блокнот! Что блокнот, ты пишешь что-то? Бумажник, да? Бумажник! Бумага, бумага! Бумага, правильно. Все! Первый раунд закончен! Молодец, молодец! Давайте перевязываться. Перевязываемся, пересвязываемся. Сейчас куда связываться? Сейчас руки за спину. Ой, сейчас страна увидит, не подумает, что-то не то. Они уже это подумали. Так. Капитаны готовы, команда готова. Да, теперь у нас руки связаны за спиной, и у вас тоже будет определенная категория. Все слова на букву С. Так. S. Поехали. Сапоги! Страус! Страус! Это животное! Седло! Скейтбордист какой, нет! Скейтборд! Скейтборд! Санки! Санки, скейтборд! Санки! Время вышло, это был самокат. Следующее слово. Прости! Строй! Статуя! Строй! Солдат! Солдат! Отлично! Саксофон! Да, молодец! Да лучший! Собака! Ох, набрали темп. Скачки! Что, собачка? Скакалка? Я сейчас умру! Я сейчас умру! Сачок! Собачка! Что это? Сачок! Сумочка! Да! Сальца! Стриптиз! Вот это стриптиз от Ольги Бузовой! Стул! Стул! Боже мой! Господи! Стол! Удар! Что нет? Стон! Столы стоять, столы! Стоп, кадр, что я не понимаю, что? Да. Остановись, стоп! Стоп-кадр, что? Стриптиз! Да. Время вышло, это была стена, идем дальше! Самомнение! Сильный! Сильный! Сила! Сила! Да! Стриптиз 2, Толья Бузовой! Следующее слово! Скакалка! Стол, господи, что это? Да. Стол, стена. Лет. Боже мой, боже, давай, Дима. Вот так и... Что это? Стринги, Все. Все. Браво. Нормально. Молодец. Это самокат, я не знал. Оля, молодец, Оля. Молодец. Блин, простите. Это был самый плохой в мире стриптиз, когда... Пьяный стриптиз. Зато самый лучший стриптиз. Я не понимаю, руки-то связаны. Теперь подумай, что я не умею показывать стриптиз. Да, да. Покажите, Ольга. Чтоб мы так не думали. Музыку в студию. Просим. Денег-то нет. Страна теперь знает точно, что Ольга Бузова не умеет танцевать стриптиз.
после трех сыгранных раундов. Команда Игоря набрала 30 баллов. А команда Юлии 33 балла. Подмосковные вечера продолжаются. Группа Jukebox Trio, не жалея своих голосов, наполняет наш дом прекрасной музыкой. Jukebox Trio! Поддержим заданное настроение в нашей следующей игре, которая называется «To beep or not to beep». Или как я называю эту игру «Нажимай и отвечай». Понял? To beep or not, to beep or not, to beep. Правила игры. Команда играет полным составом. Мы объявляем категорию и по очереди начинаем называть варианты ответов для этой категории. Как только команда считает, что прозвучал верный ответ, нажимает на кнопку. Если ответ правильный, выбиваете одного из соперников с дивана. Если отвечаете неверно, нажавший кнопку сам уходит с дивана. Да, игра продолжается до тех пор, пока диван одной из команд не окажется полностью пустым. Может, разомнемся? Ян, мы знаем, что вы увлекаетесь армрестлингом, это так? Да. Ого. Может быть, сейчас небольшой турнир на нашем выдуманном разминке? Дмитрий. Не-не, давай, Дмитрий. Уверенный Дмитрий. Но я только для того, чтобы оказаться рядом с этим декольте. Я проиграю. А я Леша? Да, а вот вы можете, да, вот у нас такой импровизированный будет армрестлинг. За это дается балл или нет? Да. За это. Но не в зачет. Если что, я бальными танцами занимался. Стоп, можно ремарку, чтобы он не поддавался? Конечно. Чтобы потом не было такой, я поддался, потом. Нет, давай по-серьезски. Я записываю. Я потом не буду это говорить, я сразу скажу. Раз, два, три, начали! Митя! Алексей, помогайте Дмитрию, что вы? Митенька, давай! Митя, ты что там борешься, понимаешь? Проигрывай сразу. Так! Я победил нечестно! Но медаль она тебе не отдаст, понял? Итак, поехали. Первая категория. Темы передачи «Модный приговор». Боже мой! Дело о бабуле в розовых лосинах. Нет. Дело о двойной жизни семейных трусов. Дело о коварстве Риту с начесом. Дело о том, как мама сыну приказала свою одежду носить. Это не твоя тема. Дело о сумасшедшей трикотажнице. Тихо! Да. О трикотажнице. Молодец. Это неправильный ответ. Юлечка, мы пришли в вас в бар. Вы можете там прекрасно провести время. Команда в компании нашего бармена Эрика. Кстати, да. Итак, вторая категория. Мужья Аллы Борисовны Пугачевой. Так. Сидеть, куда встали-то? Ну, злотаки, не позорьтесь. А нынешний или бывший? Итак, внимание. Валерий Сюткин. Юрий Куклачев. Виктор Гусев. Александр Масляков. Тихо. Александр Масляков младший. Это в будущем. Сергей Челобанов. Да, 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 молодец. Итак. Да ладно. Челобанов. 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 Вы можете назвать и любой ответ, который был выше. Не-не-не, Челобанов. Может быть, Александр Масляков младше? Секундочку. Мог бы, но нет, Челобанов. Челобанов. Нет, Митенька, нет. Может, его не Сергей зовут? Нет, они просто... Алла Борисовна его спродюсировала когда-то, этого артиста. Они просто общались. Молодец. Он промолчишь, Митенька, за ум они просто держали за руку. Подождите, она и с другими просто общается. Митенька, прошу вас в бар, проходите, да. Там тоже не скучно, Дмитрий. Вас ждет капитан вашей команды. Митя, на твоем месте должен быть я. Просто ты резче. Следующая категория. Название шоу «Уральских пельменей». Ёпрасоте. Музыка нас слезала. На Гоа бобра не ищут. Назад в булочную. Вялые паруса. Тихо, слушай. Не вешать хвост ветеринары. Пинг-понг жив. От томата до зак... Да? Пинг-понг жив. Дима! Поздравляю! Вы просто были на этом концерте.
Или участвовали в нем? Я не помню. Это бомба! Мы бомба! Я могу сказать, нас как будто бы Господь Бог собрал! Присаживайтесь. Нашу команду, мы идеальны! Идеально, абсолютно. Дмитрий, я вам сейчас скажу, что все ответы, которые я сейчас читал, были правильные. Да. Абсолютно все. Убираем кого? Самого говорливого, да? Давайте, Денис. Мы? Прекрасную девушку Алису. Конечно. Вот, я абсолютно солидарен. Все за вас болеют. Алиска, хорош поддаваться, мочи. Итак, внимание. Алиса. Милофон. У меня. Следующая категория — российские императоры. А, это я знаю. Ну все, поехали тогда, чё. Карл V. Нет. Владимир III. Кирилл I. Петр V. Давай! Нет! Игорь II. Руку вытяни. Иван VI. А пусть они сядут, тихо, пожалуйста. Геннадий III. Василий XVI. Павел I. Да! Да, Алис. Павел I. Это правильный ответ. Алиса, вы можете выбить кого-то. Кого выгонять из этой четверки? Дима. Дмитрий, ваше пророчество сбылось. Блин, самый говорливый. Давай его сюда. Прошу вас. Иди сюда. Промокните горло. Как говорится. Пинг-понг жив. Иди к нам. Внимание, следующая категория. Состав могучей кучки. Состав это что? Кшиштоф Ямпольский. Вениамин Спасо-Кукотский. Антуан Казакеев. Иоганн Бумбль. Милий Балакирев. Руку вытащи. Корнелий Дреденс. Лариса Качан. Ярослав Безумный. Что несете? Цезарь Кюи. Цезарь. Модест Мусоргский. Да! 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 Мусоргский. Да, конечно. И это правильно! Меня! Кто покидает? Алиса, кто? Олечка, хочешь уйти, да? Нет. Олечка Бузова отправляется в бар под бурные аплодисменты. Молодец, Игорян, правильно у вас. Игорь! Игорь, молодец. Внимание, следующая категория. Знаменитые отцы, у которых 6 детей и больше. Филипп Киркоров, Владимир Машков, Сергей Безруков, Дмитрий Хрусталев, Владимир Соловьев. Да. Владимир Соловьев. Да, Игорь. Да? Что, кто? А, Соловьев, Соловьев. Хорошо. Алис, ну вам уже и не придется идти в бар. Ребята, возвращайтесь. Вы в нас не верили? Вообще, как мы не верили. А мы смогли. Алиса, спасла вас. Ну, не успела, но ничего страшного. Ольга всерьез думает, что это был интеллектуальный конкурс. Давайте подведем итог все, после 4 игр. Команда Юлии набрала 33 балла. А команда Игоря 34 балла. Все решится в финале. Команды перевели дух и готовы вступить в решающую битву. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас работал в такси? Я. 18 лет, когда получил право, ну так я в такси официально не работал, но таксовал по Питеру на шестерке на «Жигулях». Бомбил. Бомбил. Закончилось все, когда мне не заплатили. Вот. А тогда сложное время, 93-й год, там как бы... Раз, когда ну, самый большой заработок, который вы заработали. Слушай, я помню, за 5 рублей я вез из Купчино, Митя, до, за Озерки туда. Это ты про дешевле. А, из Купчино за Озерки. Так это вы Митю подвозили, что ли? Не, не, Митя тогда еще, наверное... Я еще в Колпино тогда же. Он тогда 5 рублей не видел даже. И у него не было 5 рублей. Да, конечно. Мне же тогда 2 года было. В 93-м 2 года. Да? За что? Да. Оля, вы бомбили когда-нибудь? Я бомблю сейчас. Вы что, постоянно. Поняли, что ли? Вам сейчас пригодятся эти навыки. Да. А, да? Да, потому что наша следующая игра и финальная называется «Дорогу расскажешь». Или как я называю эту игру? Куда ехать, брат? Правила игры «Дорогу расскажешь». Команды играют по очереди. Один из участников команды становится водителем. Остальные участники команды становятся пассажирами. Я им показываю места, куда они должны будут ехать. Они должны будут объяснить водителю, куда мы едем, избегая однокоренных слов и избегая слов, которые есть в названии.
Места назначения могут быть любые. Не только Москва, не только Питер и не только наша планета. Это могут быть и сказочные миры даже. Как только водитель отгадывает адрес, пассажир меняется. И так далее. Пока не закончится, 90 секунд. Учитывая, что у нас практически ничья, решится все именно сейчас. Это последний тур, правильно? Да, последний тур. И еще маленький нюанс. Можно пасовать, если долго не можете объяснить. Начинаем с команды, у которой больше баллов. Игорь, ваша команда. Кто? Вы как капитан в решающей схватке. Решите, кто будет таксист. Нас пойдет Дмитрий. Дмитрий Кожома! За руль! Лучший таксист Подмосковья! А права есть с собой? Нет. Вот, права вот, есть руль, с собой? Берите есть, руль. Есть, у него есть машина. Да, я машина. Вижу. Пассажиры, прошу вас сюда выстраивайтесь. Слушайте, ну это руль, как будто я водитель троллейбуса. 90 секунд для команды Игоря начинаются прямо сейчас. Куда едем? Там много актеров играют. Он такой еще... МХАТ. Огромный. Большой театр. Да. Куда едем? Арбузы, ананасы, помидоры. Рынок. Позагорать, покупаться. Анапа. Пляж. Геленджик. Да! Молодец! Быстрее, время! Куда едем? Ой, там так холодно, Антарктида. Очень холодно. Там все Арктика. Такое, вот там Сибирь. Не минус, а... Север. Север. Ленинск-Кузнецкий. Север. Северный полюс. Да! Давай. Куда едем? Куда там едем? Много невест. Иваново. Давай, быстрее, дальше. Мы едем туда, где свет, главное в Москве. Красная площадь. Да, давай. Ребятушки, быстрее. Куда едем? Там это не белое, а другое. И там... Черная? Да. Мамба? Нет. Черная дыра. Да. Давай, едем. Самое главное в столице Франции, в Париже. Париж. Высокая. Эйфелева башня. Давай, поехали. Куда едем? Колизей. Колизей, Рим. Город, еще один Рим. Город в Риме. Еще один город в Риме. Отдельное государство. Отдельное государство. А как же это? Как же это, Ольга? Марокко. Папа Римский. Папа Римский. Римский. Жуть. Давай, дальше! Куда едем? Вторая столица Москвы. Петербург. И там главное, что... Время! Время закончилось. Приехали. Выходите. Нормально. Ватикан, да, Ватикан. Даже я знаю. Даже Дмитрий, ну как это не отгадать? Дмитрий, посмотрите. Я же сказала. Ватикан. Я же правильно сказала. Правильно, Олечка, ты вообще все сделала правильно. Да, Юлечка, ну теперь мы обращаемся к вам. У нас водитель замечательный, прекрасный, невероятный Митечка. Митя Крусталев, таксист. Несмотря на то, что не ну я подвозил. Мы приглашаем команду. Подвозил, не за деньги, но подвозил. 90 секунд, время для команды Юлии начинается. Где Олимпиада была у нас в России? Сочи. Да. Куда едем? Самая большая картинная галерея. Третьяковская? Темп. Надо полностью называть. Третьяковская галерея. Уже поздно. Куда едем? Чуваки на гондолах. Этот, Венеция. Да, молодец. Куда едем? Куда едем? Это планета. Марс. Меркурий, типа, еще. Юпитер, Марс, Сатурн. Да, Сатурн. Куда едем? Главная старая улица Москвы. Арбат. Куда едем? Жирафы, слоны. Африка. Нет, ну это где это Мадагаскар, увидеть? Где увидеть это можно? Сафари. В Москве можно это увидеть. В Москве зоопарк. Да, правильно. Куда едем? Это не океан, но оно прям дохлое, короче. Мертвое море? Да. Куда едем? Телецентр. Останкино. Да, давай. Куда едем? Да, это башня, которая падает. Пизанская. Башня назвали. Куда едем? Куда едем? Пока фильм еще есть, покоряют они там снег. Эверест. Куда едем? Это там, где очень много песка. Пустыня? Да. Сахара? Да. Куда едем? Куда едем? Куда? Где? В Караганде. Правильно. В Караганду. Да, правильно. Куда едем? А где фишки? Рулетка. Казино. Да. Куда едем? Самое богатое пригородное направление Москвы. Новая Рига. Рига. Рублевка. Да. Хватит, где? Там, где египетский фараон захоронен. Пирамиды. Египет. Да. Пирамида Хеопса. Правильно. Три. Там, где Меркурий, Сатурн, посмотрю. Ну, не важно, нормально. Планета. Да, но время вышло. Ты молодец. Митя, ты... Человек, читающий мысли. Ты просто... Браво! Митя, а может быть, ты судьбу мне мою расскажешь? Скажи мне. Я никогда вот с таким таксистом не ездил. Я вот так, но я... Нет, это вначале было. Очень плохая дорога.
ну это с колдобинами. Не, он пилот, пилотирующий. Дмитрий Хрусталев, лучший водитель из Питера. Ну и команда Юли. Юля! Подведем итог всей игры. Давай. Команда Игоря в ходе наших баталий набрала 69 баллов. Отлично. А команда Юлии 98 баллов. Финальный раунд мы будем играть с Юлей. Ну а с вами, Игорь, мы, к сожалению, выходите к нам. Попрощаться. Выходите к нам. Наступает ваш звездный час. Вы можете сказать все, что вы хотите вашей команде, соперникам. Бармену. Всем огромное спасибо. Команда просто супер. Ты молодец. Ты молодец, Игорь. Ты молодец. Красавчик. Спасибо вам большое за игру. Спасибо. Было очень хорошо. Прыгайте в бар. Эрик, налейте ему что-нибудь за мой счет. Ну, а мы сюда приглашаем капитана команды победителя Юлию! Юлечка, впереди вас ждет финал. Финал вы будете играть не одна. Вы должны сейчас себе выбрать напарника. Напарника вы можете себе выбрать не только из вашей команды, но и из команды напротив. Итак, с кем мы будем играть в финал? Я выберу самого обаятельного и привлекательного Митю Хрусталева. Согласен. О, Дима, Денис Хрусталев, прошу. Нормально, Митя Хрусталев. Совсем скоро капитан, помощник директора строительной компании Юлия Кошкарева и Дмитрий Хрусталев будут пытаться выиграть наш главный приз 500 тысяч рублей в нашей супер игре. Это тот случай, когда индивидуально красота. Подмосковные вечера, и мы готовы играть с помощником директора строительной компании Юрием Кошкаревой и Дмитрием Хрусталевым в нашем суперигру. Или как я ее называю, суперигру. Суперигра. Итак, суперигра, в которой мы отгадываем имена знаменитостей. У вас будет 90 секунд на то, чтобы угадать 10 имен знаменитостей. За каждый правильный ответ вы получаете 20 тысяч рублей. И в случае 10 правильных ответов вы получаете наш главный приз 500 тысяч рублей. Юля заберет часть выигрыша себе, а Митя собирается передать выигранную сумму на благотворительность. Мить, куда ты отдашь все деньги? Фонд «Галчонок» — это фонд, который занимается детьми с органическими поражениями центральной нервной системы. Там Юлька Пересильд у нас попечитель, Юля Снегирь. Я, Алиса Гребенщикова, тоже стоит в этом фонде. Прекрасно. Фонд «Галчонок». Ну что ж, Мить, занимай место. Уже готовится напротив к финалу, капитана. Уже начал раздеваться. Юля, если что, ничего страшного. Юлечка, напоминаю, что пасовать можете только вы. И нужно назвать и имя, и фамилию звезды. 90 секунд, время пошло. В группе «Секрет» пел, передачи ведет разные, такой лысоватый. Да, поняла. Корнев Алексей. Нет, Корнеев. Он в другой группе. Дальше. Так, дальше. Погода в доме. А Лариса Долина. Так. Давай. Темп. Он ведет передачу на Первом канале, но его однофамилец, который... Геннадий Малахов. Да. Она актриса. Нет, она ведущая. И у актрисы одна фамилица есть. Актриса. Известная такая уже достаточно взрослая, опытная. И такая же фамилия у ведущей. Гузеева. Нет, дальше. Фабрика. Дальше, да, дальше. Давай, поехали. Инна Чурикова. Да. Из Пензы мой друг стендапер. Павел Воля. Да. Дальше. Первый полетел в космос. Юрий Гагарин. Так, дальше. Она жена этого фигуриста. Жена фигуриста. Татьяна Навка. Нет, она жена фигуриста. Она моя няня. Татьяна Татьянина. Тамьянина. Нет, она няня. Сериал «Няня». Заворотнюк Анастасия. Да. Молодец. Давай, дальше. В «Брат 2» играл брата. Сергей Бодров. Нет, второй. Сухоруков Виктор. Да. Молодец. Играл он в фильме играл, черт возьми. Дальше. «Ирония судьбы» или «С легким паром». Михов Андрей. Да. Рэпер на «Б». Баста. Да. Да. Груди большие. Семенович. Да. Груди большие. Ну что ты запаниковал, Айфиричка. Подходите, мы объявим ту цифру, которую вы выиграли. Это очень чуть-чуть. Давайте поддержим аплодисменты. Давайте наградим вам. Браво, молодцы. Юлечка, Митя. И вы выиграли! Вы
поздравляем вас с этим выигрышем! Если вы не знаете, чем заняться в субботу вечером, приезжайте к нам на дачу. Это были подмосковные вечера. Пока! Я не хочу.